Краткий обзор и дата выхода 18 серии сериала «Горячая точка». Гордееву людей опознали, Джавдета ищет брат кровник, Таранов прячет его в охотничьем домике полковник. Из Москвы возвращается после операции бывший мэр города Борис Хасанов. Таранов разрешает цыганам торговать наркотой в городе взамен на обещание замять историю с убийством Лойка. Брагин говорит Таранову, что знает, что это он завалил банду Гордея и предлагает свою поддержку за определенную ежемесячную мзду.